Здравствуйте. Прошло 10 дней, как я приехала сюда. Я в мае была только один день и приехала в середине июля. Вот, и я называю свой сад сад для лентяя, но скорее это сад выходного дня. Я покажу, что при том, что я пропустила самое такое тяжелое время, и май, и июнь, и половина июля, когда трава энергично росла, когда надо было энергично все подкармливать, я пропустила это время. Однако же давайте посмотрим, несмотря на это, что мне удалось сделать за 10 дней, которые я здесь была. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, вот очищены дорожки. Скошена лужайка, правда, она еще жара была, я ее скосила, она еще не обросла. Я сделала окантовочку. Я высадила кое-какие летники. Вот у нас здесь и поилочка для птиц, и кое-какие летники. За это время мне удалось и сделать скамейку. Я, правда, еще не успела ее покрасить. Но, во всяком случае, вот у нас опять площадка, патио для отдыха в хорошем состоянии. Сад трав. Давайте посмотрим. И еще я хотела, конечно, отметить, эти дни жара сменялась страшными ливнями. Значит, вот у нас мы очистили грядочки, посадили даже кое-какие цветочки, кабачки, кое-какую вот зелень. Почистили площадку перед калиткой вместе с туями. То есть у нас вот все в таком достаточно хорошем состоянии. Ну вот мой любимый цветник, который я называю салют, потому что бузулик дает такие метелочки с рассеченными листьями, и лилии выступают как звезды, солируют в этом ансамбле. Моя площадка продолжает. Ну вот потихонечку уже отцветает спирея за это время. Но зато вот скоро будет цвести солидага. В следующий мой приезд будет солидага цвести. Привели площадку для отдыха в хорошее состояние. И не только привели в хорошее состояние, но и я успела за эти 10 дней отметить день рождения. Собирала здесь 9 человек гостей. Мы здесь все поместились, и нужно было готовиться, конечно, к дню рождения и его проводить. Поэтому вот видите, что 10 дней, в принципе, и здесь и жара была, и грозы, и успели мы день рождения провести. Однако же, вот видите, мы успели привести в относительный порядок участок. Прекрасные растения, которых, видите, не нужно ни поливать, ничего с ними не делать. Все растет своим чередом. В принципе, на этом участке и посажены такие растения. Это у нас лесной уголок. Вот астильба уже начинает зацветать. Там на заднем плане папоротник. Хоста.
Наш сад постоянно дает краски, там зацветают, отцветают кустарники друг за другом. Ну, сейчас вот гортензия в цвету, вот здесь тоже гортензия, барбарис. И только что вот отцвел жасмин, поэтому я вот вам его хочу все-таки показать, потому что огромный куст, совершенно огромный, который дает вот очень-очень много цветов. Мы на его фоне очень любим фотографироваться. А вот наши вот кустарники, которые дают тень. Мы сидели, пили чай и отмечали все за столом, а другой день мы делали барбекю. Вот у нас поэтому барбекю осталось. Баня, она решена в такой традиционной, сказочной такой, какой-то воснецовской вот стиле. Видите, над дверью там кружева. И она достаточно такая грустно-заказочная. С той стороны у нас на фасаде золотой петушок разрисован. В этом лесном уголке очень любят бывать белки, ежики. Здесь очень много ящериц, не только лягушек, но и жаб. И вообще мы даже здесь находим грибы. Кружева над дверью, кошечка тоже в синем цвете. Баня в таком бордовом синем цвете решена. Здесь же мои любимые золотые шары. Растения, как правило, мы сюда выбираем в таких золотых тонах. Когда мы планировали сад выходного дня, то я акцент делала на деревья-кустарники, которые, в общем-то, выручают в любом варианте. Это костяк сада. Они сохранят из него хороший вид, ухоженность. К сожалению, сада. В саде выходного дня должно быть, естественно, меньше грядок, но от грядок мы не смогли отказаться, поскольку... Я все собираюсь заниматься зелеными коктейлями и хотела здесь вот выращивать зелень. Ну вот в этом году это будет пропущено. Травы, кстати, очень помогают, да, и цветы многолетники у меня здесь, которые вот, ну, вербенник точечный, я говорила, и достаточно такие вот выносливые. Про солидага говорила, золотые шары, про бузулик. Вот, естественно, всегда беспроигрышный вариант виноград, который, видите, он всегда дает стену и всегда держит, вот, закрывает некрасивые места, всегда держит форму. То же самое я могу сказать и про площадку, про отдых. Там достаточно растений, которые, в общем-то, хорошо все переносят, и без меня приносили жару. Ну, вот сейчас я посадила несколько летников. Ну, а вот эти мои растения вообще беспроигрышный вариант. Энзия, хоста такая огромная, туи. Вот, это костяк моего сада. И они помогают ему выглядеть всегда великолепно. Ну вот видите, что я сделала, и вы можете со мной согласиться, что приехав на 10 дней, причем я говорю, два раза праздновали день рождения и готовились к нему, и жара, и это, я считаю, что вот действительно я вам все-таки доказала, что сад выходного дня, и что это очень даже неплохой вариант для дачи. Ну, цветов достаточно, всего достаточно, все в хорошем состоянии. Теперь мне предстоит еще уехать.
на неделю, хотя вот впереди самая жара. Ну, надеюсь, что все будет нормально, когда мы приедем. И встретимся мы с вами уже, наверное, только осенью. Ну, может быть, вот в конце лета. Я с вами прощаюсь. Смотрите все серии «Сад для лентяя». Вы увидите, что было весной, что было по приезду, когда я приехала. И вот итоговый фильм, что в результате получилось.